Suck my vagina. Разбань Роман Пяже. Ты умоляю, отец, дай немножко мне, пожалуйста, своего семени. Давай, 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 отец. Рамчик, брат, поздравляю. Ублюдок, у тебя пенис большой. Бля, я не включу. Здорово, нахуй. Чатик. Блять. Я ебал, мне, сука, страшно. Ублюдок, у тебя пенис большой. Ты пчела, я пчеловод. Разбань всех в честь разбана. Ладно, я немного вас хочу предупредить. Я был на море, поэтому я немного там загорел. Буквально чуть-чуть. Чуть-чуть All Inclusive покушал. Поправился там на 2 килограмма. Ну это похуй, но я чуть-чуть загорел. Может это и к лучшему? Слышишь, релакс, а то нахуй мне песню переключил, гандон. Ну чуть-чуть загорел. Ой, бля, я ебал, мне, сука, жарко. У меня есть еще 19 градусов в комнате, но мне так жарко, я не знаю, как будто у меня температура. Даша на море ебала, такое сообщение. Я не знаю, у меня руки трясутся, я не знаю, это видно. Ладно, я жестко напряг ее, может, не видно. Здорово, ёбки нахуй! Папа вернулся! Чё за бабушка? А чё за лох без галки мне там в чате пишет? Число загадали? Да, загадал число 1 до 5000, угадывайте. Ой, бля, я не знаю, как сознание не потерять. Где подбородок? Там же, блядь, где я 2 года назад был. А не, не угадывайте числа, пожалуйста. У меня уже травма от этого. Релакс, ты можешь мне донаты пропускать? Там, блядь, 1 000 000 уже накопилось, до завтра будет идти. Фу, блядь, пиздец. Все, все было, пока меня не было. Рассказывайте. Я уже чуть-чуть въебал. Леви Соранич хочет с вами коллаборацию. Что это за хуйня? Я только вернулся, нахуй, уже коллаборацию со мной хотят. Ладно, я знаете, о чем мечтал очень долго, типа? Когда... Я думал, когда меня разбанят, я сделаю одну хуйню. Сейчас. Там просто пару тысяч заявок на разбан. Так, как там? Запретку? Нет, запретку не буду, ебашить. Массовая амнистия, ребята, прямо сейчас на ваших глазах. А, неизвестная команда, блять, а чё это хуйня?
Неизвестная команда. Почему-то не получается, слышите, массовая амнистия отменяется, а что за хуйня? Ну ладно, анлак, ребята, не получится. А что за хуйня, почему? Неизвестная команда. Unban all тоже не работает. Раздельно напиши unban и all. Ня. Ну ладно, короче, сделано по-другому. Смотрите, все, кто у меня забанен, вы можете написать чисто ёбнуть опилку. Все опилки, которые этот забанены у меня, они этот регнутся. Либо пишите там Лену, либо просто опилки подавайте, все регнутся. Фу, ебать, мне страшно. Мне просто течет с меня. Залагали донаты, я пропускаю. А, ну охуенно. Донатов сегодня не будет. Минуту хейта, блядь. Я не хочу, чтобы меня забанили еще раз. Блядь, что делать нахуй на стриме, я даже не знаю. Я даже не могу чат прочитать. Все, вырубай. Ну, в принципе, можно офать. Вот ты ебашь? Нет, ни в коем случае. Какая шаду кека. Тубоёб Иваны. Ладно, бля, я не знаю, я себе выделил полтора часа этот, чтобы просто попиздеть, но я просто не знаю, о чем даже говорить. Чек не донат, там сумма крупная. Бля, я не понимаю этот. Вот я... Меня почему-то не пропускаются донаты, я не понимаю почему. Сейчас, секунду. О, я походу запустил. Ублюдок, камеру запускай. Запустил уже. Какой деп сегодня? Ты как, клип за 2 года? Я, не, я подумал, что чисто теоретически можно сделать стрим, где я буду смотреть все нарезки, которые я пропустил. Макс, я вернулся, уйди по же. Но там где-то уйдет беспрерывного стрима, там что-то 2 месяца. Рамчик с разбаном. Все, у меня донаты накрылись пиздой, походу. Анбоксинг Макривского, даб-даб-даб. Ой, блядь, ебать, мне страшно, мне так жарко, это ужас просто. Типа тот самый случай, когда после школы у одноклассников сломался голосок. А я вообще не поменялся, мне кажется. Сок моя вагина. Бля, опять из-за тебя вставать рано надо. С разбаном. 15 это рано, братан. 15 это вообще не рано. Чего угораете? Настя, я люблю тебя. Ух, а все, у меня окно нахуй зарылось. Алир, ты имба, это этот, половина тут старых, половина я новых добавил. Я вообще ничего не успевал. То я будет... Расписание этот, есть этот воскресательный знак расписания, можете посмотреть расписание. Мне, кстати, а, бля. Отец, дай немножко мне, пожалуйста, своего семени. Давай, 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 отец. Не поняла. Это что за хуйня? Ты думаешь, цвет кожи поменял и не узнаю тебя? И не таких банила, сука. Осуждаю, я загорел просто. Я на море был. Я на море был просто. Сейчас, секунду, мне надо этот... Ебать! Хайп сундук открыть! Привет! Чё ты давно не стримил? Рад, что отпуск закончился. Спасибо, Лизаут, ебать, нихуя себе, спасибо огромное. Привет, Рамчик, сын мамы. Поздравляю с разбаном. Спасибо. Родной.
Дай бог здоровья. Спасибо, спасибо, блядь, сука. Ты умоляю, отец, дай немножко мне, пожалуйста. Я что-то говорил, я уже забыл, что пиздел. Давай, 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 отец. С возвращением, легенда. Я устал смотреть старые шоу твои. Завози. Спасибо, спасибо. Протест и запретки больше, чем меньше, чем. Спасибо огромное. Спасибо, Лиза, вот огромное. Ой, такой донатик у меня еще есть, пиздец. Бля, я даже забыл, что у меня стоит на донатах. Ну да нахуенно, это я сам взял. Ну с релаксом. 5000, спасибо огромное. Че, это просто без текста, без нихуя? А где, блядь, текст? Кока-кола лучший напиток. Спасибо, а вот. Привет, слушай, а ты давно на Твиче стримишь? Такой красивый. Можно взять твой Телеграм, Инстаграм, где найти? Я бы хотела с тобой пообщаться и поняшиться под пледиком. Не, пошла нахуй, у меня жена есть. Дровопиздюк.с разбаном равно салым с Ютуба. Спасибо огромное. Бля, погодите нахуй, я не знаю, что мне делать. У меня был какой-то план, но я его полностью забыл. Может, из-за того, что я стаканчик ебнул еще перед стримом? Цитирую последнюю Делифери, извини за баны, что снял мадерку. Как разбанит, верну. Спасибо. Нихуя себе! Это чё, бля? Роман тот самый, бля-бля-бля, удачного стрима. Это чё, бля? Рад тебя видеть. Это чё за хуя? Ебать, это чё за хуя вообще? Я ждал тебя все это время. На меня чел просто накричал. Ну-ка, чат быстро все фолов прожали. Надо лям добивать. Да, прям сейчас добьём нахуй. Пой, девочка из аниме, папа подбородковый. Спасибо. Фу, блядь. Спасибо, Рамуса. Я в истории. Передаю привет всем. Люблю некогла очень. Спасибо, спасибо. Спасибо всем за донаты, блядь. Что-то я... С разбаном... Что-то я, походу, никогда не закончу их слушать. Да, с фриков. Да, сейчас, сейчас. А, вот гандон ебаный. Ты думаешь, я тебя опять не забаню? Бля, это такой гандон, а инсайдер. Он просто меня разбанили, он выкатывает пост, что типа... Скорее всего, это ошибочный разбан, и просто меня через час банят, нахуй. Миленький молочный спасибо. Мальчик. Спасибо, Иван, огромное. Чё, блядь, за озвучки, нахуй? Это пиздец. Какая-то бабка на меня кричит. С разбаном, Рамчик, только непонятно, зачем косплей на Кай Сената. Осуждаю тебя, мразь ебаная. Зазулина, теперь дайте пару часов постримим. А, блядь, скажи, как мне, блядь, вывести виджет, таймер на стрим? У меня же 24 часа стрим идет, мне надо этот. Роу, Рамчик, очень рад, что тебя разбанили. Собаки спасибо. Сегодня вечерком несутся. Да, конечно. Поставь в награду випку, заебал. Мне некуда бали девать. Что из этого выбрать? Блюдок, у тебя пенис большой! Вон, ага. Бэт, крутая игра. Вон там, вот тут. Сок май вагина. Чё-то я тебя не узнаю. Обычно всегда с Маргейном стремил. Спасибо. Вон там, где, блядь? Релакс, сделай мне! Получается, теперь ты можешь спокойно говорить word. Релакс, сделай мне этот таймер, чтобы пошел там от 10 минут, от какой-то, скинь мне, пожалуйста. Легенда. Полтора года ждал, все шоу пересмотрел. Наконец-то ты вернулся. Спасибо большое, два спасибо. Все, у меня уже донат мой заебал. 50 донатов с сегодняшнего стрима отправляешь Александру. Подобы по-хорошему. А это кто? Когда тебя звонили, я была в 10 классе. Теперь я на втором курсе универа. Жесть, время летит.
У поздравляю с разбаном, Рамчик. Спасибо большое, спасибо. Сделай минималку выше, да, я сейчас сделаю. Можешь разбанить PLZ в чате. Ник X1 и подчеркивание. Да, смотрите, кого разбанить надо, пишите в этот. Рома, привет. В опилку просто, все примем. Курья Олежа Сайперлига. Бля, сейчас мне надо... Боже, погодите, нахуй, не кидайте мне так много донатов. С возвращением, Рамчик, ты бы знал, как мы все ждали. Удачного стрима, меньше чем 3 подарите Сапку. Бля, спасибо, спасибо. Спасибо, ребята, Грон, за донат. Я чуть-чуть повыше сделаю, потому что этот... Я не успеваю слова ничего сказать, меня уже хуйсос за пенис большой. Ты знаешь, на какой улице я вырос, чмо? Знаешь, где я вырос? Где челики? Делай кикфлип. А кикфлип? Это трюк на скейтборде. Катались на обычной площадочке. И тут врываются типы и начинают в них хуярит. Ладно, к этой хуйне я никогда не привыкну, я думаю. Рамчик с разбаном. Легенда вернулась. Спасибо огромное. Раз уж вместе я жду, разбан. А пилку отклонили еще в 2020 и было Алекса подчеркивание. Спасибо огромное. Сок май вагина. Думаешь, на шамана стал похож, тебя Катька не забанит. Спасибо. Привет, Рамчик. 2 года назад был тупым 13-летним ребенком. Переосмыслил. Думал, что это смешно, но теперь понимаю, что это позор. Разбаньте, пожалуйста. Ну ты гандон, ты ебаный. Сок май вагина. Привет, сынок. Я очень рада, что у тебя все получилось с твоим разбаном. Буду сегодня смотреть весь вечер стрим. А потом поеду к клиентам в гости. Деньги то надо зарабатывать. Ты мразь ебаная, нахуй, забани Том Реддл. Ебать, за что? Спасибо. Да. Сейчас уебище размутится. Бля, да сейчас у меня донаты нахер. Залезай ко мне в сквад. Ладно, все. Иди сосать. Не, ну к тебе нет, тоже, блядь, не придумывай. Сок май вагина. Роман, я скучал по вашему круглому ебалу. Очень рад вас видеть. Так вот. Но я так и не потел, какой сегодня деп. Ты умоляю, отец, дай немножко мне, пожалуйста, своего семени. Спасибо вам, спасибо. Давай, 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 отец. С разумом, Рамчик. Всего тебе наилучшего. Дай нам контентика. А чё ты выглядишь как бабка старая? Слышь, ты бабка старая, нахуй, себя видел? Себя въебал в баночке, нахуй, синтола немного, и чё, думаешь, себя тебе можно, нахуй? Ещё ничего не въебал. Если въебу, я напишу сразу. Привет, это я, Вова Батишин. Блять, ладно, надо потише донат сделать. Дай мне вид на месяц, а то я снова в АК. Давай. Реально? Ты не будешь нам домашнее задание задавать теперь? Рамочка, передай привет. Ты уже будильник себе ставишь на постоянку? Но Дашу люблю больше, меньше, чем 3. Я сейчас секунду, блядь, донат очень этот. Ты видел мой крутой донат на 5000? Алло? Ром. Да. Алло, да. Вообще легенда, нахуй. Бля, да я ебал, я просто в стане стою, я не понимаю, что мне делать вообще. Да, у меня также первый стрим был. Очень сложно, странно так вообще. Дэс громче сделал. Как будто пиздёшь, что тебя разбанили. ДС громче сделать или нет? Так. А когда у нас там контент начинается? В 16:30, братан. Ну, кстати. А ты позвал тех, кто опаздывает, да? Или нет? Ну, бля, я хз. Ну, ты самый главный тут уже. Поэтому в теории все вовремя должны... Я вижу, что не опаздываю. Ну, 15... Тебя как забанили... Я так ни разу больше не опаздывал. А, спасибо, спасибо. Это то есть ты ко мне только опаздывал, нахуй. Да. Здорово, хуйсос, спасибо. Так, ладно, наверное, надо этот... Надо зайти в этот, випки поснимать с многих и этот, и модерки. А то я даже может, не знаю, кто... Может, недавний депчик лучше? Бля, братан, депни мне, пожалуйста, этот, наебало. Может, с Драгоном договоримся, сейчас дадим? Не, спасибо. Сейчас мы на Твиче точно ничего давать не будем. Бля, ладно, я не знаю, я буду переживать, наверное, пока стрим 22 не будет. Если, когда я доживу до бухла стрима, мне кажется, я уже переживать вообще не буду. В смысле, бухла стрим в 22?
Да. Да, до этого своя игра в 20, вот свою игру пережить, и в принципе это все. Ебать, так долго не пить. Я даже расстроился. Бля, Водос, ты можешь типа супер сильно не нахуяриться? Тебе еще на Valorant надо будет. Братан, блять, я буду бухать как мразь, если что, я тебе сразу говорю. Блять, а где? Блять. Я потерялся. Я не могу найти... Бля, чат, вы можете помочь, пожалуйста? Мне нужно два Steam-аккаунта, Равшана и Кумана. Я просто не хочу их заебывать, но я не могу их найти просто. Я нашел Dota Buff Кумана, а аккаунт Steam его не могу найти. Тебе скинули в НП? Так, а что вы мне скинули? А. Ебать, у меня этот... Так. Это ладно. Ебать, я последнюю випку выдал 2 года назад. Это сорян. А Равшана вы мне скинули, да? А какой мне кидать? Ну, без вагбана. Сорян. Это кто? Это кто? А, нет, 10 тысяч часов в доте. Вот это, наверное, кидать. У Равшана 10 тысяч часов в доте, блядь? Братан, ты знал, сколько в давай по новой? Столько же где-то. У него 6 тысяч игр, а он играет как бомж и баны на героя. Ну... DCP еще жив? Он супер бомж? Не. Да-да, я тебе говорю, он супер бомж. Я же играл с ним в команде. А супер бомж это ты. Не, ну DDP, сорян, я тебя не видел с момента моего бана. Delivery это старый аккаунт. Да, чё? Понимаешь, что у тебя сегодня по-любому какие-то запреточки залетели? От кого? Сорян. Сорян. От меня. А, ну тогда ладно, похуй. Кто эти люди, блять, все? Иксайл Шоу, братан, это он на ютубе сейчас. Иксайл Шоу, я знаю, фанат Лимона. Сорян. Кто ты? Кто ты? Ты чё, Наташа забрал модерку? Гад. Зачем? Она будет банить у меня тут? Да. А это кто? Ну, сейчас один из лучших модераторов, ну ты чё, ты не знал? Джибой это кто? Я чуть знакомый. Идёт она, потом Anyway. Джибой это бот? Какой Джибой это бот? Нет, это Стас. Какой бот? А. Сорян. Ты не знаешь Джибоя? Ну, лично нет. Ты, наверное, всех вообще типов забыл, да, плюс-минус? Бля, ну, наверное, да. Ну, я сейчас... А новых-то особо и нет. Новых? Ну, я новый, я новенький тут. Нет. Ну, новых-то особо и нет, челов. Ну, именно. А, не, ну, есть. Lifelong the King, я его, бля, сорян, не видел уже миллион лет. Ну, в принципе, я в бане был миллион лет, поэтому, возможно, из-за этого. Мишант Про, ты кто? Никиша, не видел. Бро, весь чат видел. Память, верни на Наташе модерку. Бля, ребят, ну сорян. Ну вы же потом сами будете забанены. Я знаю, к чему это по итогу приведет. Так. Бро, ну весь чат спамит. Так, ну Гену я тоже, блядь, не видел с момента моего бана. Так, ну-ки, можно VIP. Нет, выдать. Фокси, не могу. Я нашел. На Ликвидпедии есть. Окей, Куман. Я туда тоже заходил. Куман Steam. Куман. Ликвидпедия. Захожу. Стас, я тоже не видел там никогда в чате. Том Реддл, блядь. Кто из них Том Реддл? Не понимаю, где ты видишь Steam. Юхни. Чё, вот это сделал, вот это делаем? Ладно, вот это тоже сделаем. Бля, легенда нахуй. Бля, Водос, у меня сейчас клянусь сердечный приступ. Мне кажется, у меня сердце болит. Сердце болит? Ну, возможно. Возможно, голова, я не понимаю, что. У меня потом... что-то как будто болит, братан. Ну, вот это, не надо печалиться, вся жизнь впереди. Знаешь, что ты пишешь? Угу. Это мой дед придумал. Фу, блядь. Ладно, я могу поотвечать на ваши вопросы, точно. Блядь. Ладно, я могу... Да, ебал. Каково ебет вообще твои ответы? А, ебал, тоже закрой там. А, вы точно? Вы же, у меня же не было 500 дней. Вы, может, что-то хотите этот? Спросить у меня? Ром. Да. А я не понял. Хули у тебя пачка такая здоровая, нахуй? Ты что, наелся там, нахуй? Ну я... Отъеби своих, блядь. Ну я еще 82 весил до моря, сейчас 84 вешу. Ну а когда я последний раз стримил на Твиче, весил 90, нахуй. Так что я похудел, ебать? Ну да.
Оценка. Сюда! Новичок, ебать! Сразу на крючок, ебать! Гандон. Шара ебаная. Так вот, да. Вопросы. Ребята, вас 100% интересуют вопросы. Все ко мне. Я знаю, вам всем похуй. Ну да, вот, блядь, спасибо, Водос засосал, блядь, теперь у меня в чате только сосал. Нет, не сосал! Ебать! У Волан-де-Морта теперь появилась работа, найс! А то его нигде вообще не видел, пиздец. Чё? Легенда, нахуй. Браток! Ну давай. Ну давай, ебани. Он. А чё, чё на Волан-де-Морте? Думал, тут какая-то шутка сейчас будет. Вы придурок. А, вот ты про Том Редла? Yeah. Так он, если чё, этот, с маленькими детьми работает сейчас. Ну, типа, блядь, в школе преподает в школе. Бля. Что, прямчик, я правильно понимаю, ты сейчас в понедельник бросил свой класс нахуй, типа, чтобы прийти у меня на стриме посидеть? Стоп, а где? Стоп, Максим Шадукех у Натальи? А я думал, ты Максима Шадукех себе позвал в 15:00. Нет, он меня этот... С этого, с тирлиста будет. То есть Наталья решила... То есть, Водос, а ты не хочешь проконтролировать вопрос? Какой вопрос? Ну, почему твоя женщина, типа, собирается сейчас мне в параллели? Мы не вместе 2 года, если что. А нет, пиздишь. А нет, такого не бывает, пиздишь. Ну, всё, пиздишь, 100% этот, шпюритесь. Бля, я вчера понял... Насколько Десауту Сереге повезло с женщиной. Ну. Короче, я смотрю, гифка. Так. Сидит баба и хлещет пиво. Я думаю, во, баба. Смотрю, фруктоска. Просто гифка есть, где она ебашит. Вот взяла качан нахуй пиво такое огромное. И просто сидит дуд. А там реально фруктоска на гифке или что? Сосал? Да! Хорош, блядь! Хорош! 1-1. Ну я ем, нечестно. Приятного. Спасибо. Какая у нас вежливая дуэль. Я предлагаю на ничей разойтись и больше этот. Так, ладно, вопросы. Я не вижу вопросов вообще. Чтоб ты понимал, Ром, вот это сосал, я употребил 1 раз в своей жизни на тебя. Так что... А у меня 100%. Это большая честь, братан. Это большая честь, я оставлю тебе. И у меня 100% сейчас заход. Поэтому я больше не буду рисковать. Чат. Стон. Вы на общий. Верни випку, сучар. Не, ну в ловес надо заслужить. Ну вы лохи, блядь, пиздец, чат. Ой. Сорян. Блять, а ты не видел никак я недавно, как у меня отрыжка была? Ты не видел меня на самом клипе? Бля, нет. Скиньте ему, пожалуйста, клип с отрыжкой. Это пиздец, брат, я именно охуел, клянусь. Я такую никогда не видел, чтоб ты понимал. Там именно хорошая была. Хм. Есть у кого-то? Когда Дредхангер? Да. Не сегодня, точно. Вот это Ликс оффнул стрим бустеру? А, Вилон Регайт, вижу. Вот это, включи. А включи мне экран, брат, чтобы я тоже смотрел всегда, что ты делаешь. Конечно. Брат, ну ты к этому не готов, честно. Ладно, сейчас проверим. Слишком много цифр, я не запомню так. Минус 400. Так стоп, погоди, я же играл с тобой, я это видел. Ну ты ж клип-то сам не видел. А ну-ка, давай. Слишком много цифр, я не запомню так. Минус 400. Бля, бля, ебать, из тебя просто кто-то выпрыгнул нахуй. Боёвал на донат закиньте. Стоп, подожди, Ром, если что, когда заходишь на твою демку, слышно твой другой голос. Придется окно этот. Запусти час. А кого из новых стримеров ты не знаешь, Ром? Может, тебя познакомить? Я никого не знаю. Ну я вот знаю Ктома, потому что мы с ним этот, с Маринки прикалывались. Я знаю этот Росика Глифейскидо, потому что мы там на одном стриме вместе были. И прикинь, я вот с человеком был на одном стриме только, и я уже такой выебистый, я этот его уже на стрим позвал. Кого позвал на стрим? Росика Глифейскидо. А, он классный, очень классный. Я знаю, да.
Типа вот насколько, вот типа вот я с Кори там один раз Among Us этот поиграл и уже охуел и позвал на стрим. Бля, ты вообще легенда нахуй. Диппинс про хорошо сидим. Бля, ребят, я боюсь клипы открывать, потому что сейчас какой-то хуй залетит. Кстати, Диппинс, чтоб ты понимал, тоже во многом поменялся за время. О, он, спасибо за 10 сабок. Не такой, как Билл. А чё вот с ним случилось? В чём именно поменялся? Ну просто... Адекватнее намного стал. Я у него не этот, понял? Не так, как раньше, понял? Тиктокерская тема, вот это все. Ладно, вопросы, ребята, вопросы. Ну вас же что, вообще? А ты по итогу партнерку будешь получать? Короче, у меня план невыполнимые задачи. Мне надо месяц постримить без бана, и я смогу получить партнерку. Задача, ну это чисто задача минимум. Включи клипы. Что именно, как их включить? Чтобы вы меня делали клипы. Когда кто я? Ну не в этот стрим. В этот стрим другой контентик будет. Я уже не смог бы собрать на кто я. Я просто говорю, я всех стримеров, которых знал, блядь, с которыми когда-то дышал, я всех позвал как будто. Ром, бан или випку? Блядь, ну братан. А я сейчас забаню кого-то на свече, погоди. Бан. Пока нахуй, пиши опилку. Уебище. Фух, блядь, я не вижу никаких вопросов. Просто, блядь, рандомные буквы, все смеются с чего-то, блядь. Не, випку я выдам пацанам, которые этот, со мной сидели на неблагоприятных таких стримах, честно сказать. А, вот, смотри. Я нашел. Я тебе скину в ТГ, посмотри с телефона. Ром, покажи. Вот это, смотри. Что? Ну, этот гифка, вот эту скинули. Носатый, блядь. Ебать, тупо чагу, ебашит такую. Я вначале не понял. Так она уже все, она уже не пьет вроде вообще. Ну хуй знает. Если не пьет, значит, ошибка уже все. Значит, не повезло десауту. Будешь с арбузным играть в Б-баджи. Блять, ребят, я клянусь, кто угодно меня нахуй на стримы зовите. Я, блять, буду приходить на что угодно, кроме стримов боевал. Так. Мне скинули Кумана уже, да. Блять, я не сказал, да, об этом. Ты не знал, как он выглядит? Я тебе мог скинуть тоже. Нет, я Steam искал. Просто чтобы его не заебывать, нахуй мне спамить там. Привет, а если без прикола... Есть вариант побыть с тобой месяц вместе, оплачу всякие приятности. Если турецкий, то сразу все можем съехаться. Будут шоу, как раньше, по КД. Ну, по КД я не знаю, ребята, как будет. Я вообще ничего не понимаю, пока что не выкупаю. Ну, стримить я буду пытаться почаще вообще. Ну все, нахуй. Каз на Твиче теперь будет или на Ютубе все равно? Нет, на Твиче, блядь, точно не будет. На Ютубе точно не будет. Я не знаю, я клянусь, я ненавижу Ютуб, поэтому я там больше никогда, наверное, стрим не проведу. Возможно, будет на Кике, но посмотрим, что будет вообще. Ребят, блядь, вопрос. Я типа не продажный. Вопрос денег. Вопрос цены. Включи клипы, это пусть релакс включит. Менталка сильно подкосилась. Ой, во время бана. Чем занимался? Блять, во время бана чем занимался? Я хуйней занимался всякой. Что-то с Дашей там делали, плюс... Бля, Ром. Да. А ты вообще понимаешь, какая твоя дорога должна была быть? Какая? Ну, я почему-то недавно об этом задумался. Белая дорога? Мне почему-то казалось, что ты должен был быть, знаешь, таким, типа, как Рындыч челом. Нет? Какой Рындыч? Вот, ты не знаешь Рындыч? Который типа разоблачение делает? Да. Это такой, блядь, а... Бля, ладно, сейчас я проверю, кто это. Ну, да ты знаешь Рындыч? Бля, братан, если бы я был... Ну, ты же понимаешь, если бы я был вот типа таким, как когда-то, то мы бы вообще ни с кем нахуй никогда в жизни не общались бы. А, ну я знаю его. Ну, типа, я не знаю, ну, типа, если бы я был выебистым челом, который на все делает разоблачение, на любую хуйню, то как бы я вообще с кем-то дружил, как бы вообще со мной кто-то общался? Так нет, ты бы с нами дружил, а срал бы других просто. Ну, в принципе, тоже можно. Потом бы мне хуёв запихивали за то, что я с вами дружу, а у других этот, типа... Так кого это ебёт? Ну, тоже этих реально. Мы будем банить. Да не, братан, я сейчас такую ёбку нахуй. Вы сказали, сука, выебнется, блядь, сразу. Сразу нахуй. Не знаю, но сейчас ты выглядишь как бабушка, я не знаю. Ты, блядь, ты бабушка ебаная, ну чем я выгляжу? Тем, что, блядь, этот, чем? Ну, у тебя, во-первых, седина. Это белый цвет волос. Блядь, ну я не понимаю, что у тебя... Ты свет не включил, типа?
Да, спасибо, забань мне нахуй первый же мой день. Пожалуйста. Так. Когда ты ролики на ЛШПТ? Не знаю, ну возможно что-то я сделаю. А, таймер, а мне вообще скинут таймер, блядь. Точно, я же попросил, я никуда не заходил. Это чё мне? Ага. Ага, вот оно как. Да, красава, красава, спасибо, охуенный таймер ты мне скинул, братан. Что это за хуйню мне скинул? Бля, релакс, вообще еблан нахуй, что это такое? Ты можешь мне скинуть таймер, который у всех вот этот золотой? Водос, помоги мне с таймером, пожалуйста. Сейчас я тебе скину. Давай. Сейчас, секунду. Так. Тебе... Вот, ты можешь зайти и выбрать любой таймер, который тебе подойдет. А скажи, не, я заходил на этот сайт, где ты скинул? Я не скинул, что ты сказал, ты начал говорить, я перестал скидывать. Сорян, сорян. Тебе сделать 20, с 24 и на 0? Или с нуля? С нуля, с нуля. Лучше сделать. С нуля, но мне надо желательно 42 минуту еще сделать. Что, ебанат? Так, что мне еще скинул, блядь? Таймер, вот. Бля, какой-то, блядь, не сказать. Куда тебе скинуть? Автога. Я тебе в Дискорд скину, только с, это... Тебе надо вот это скопировать и вставить в ОБС. Ага. В Дискорд я тебе скину. О, блядь, на стрим заново пошел. Сука. Бля, ну ладно. Попробую сделать... 42 минуты. Ну все, всем привет, стрим только что запущен был. На, вот этот поменяй, там внутри, по идее должно сработать. Угу. Ну, бля, батя, ты гений, ты вообще. Сработало? Да, бля, шикарно, найс. Фух, Гвин будет на контейнерах? Да, будет. Так, ладно, вопросы, все, отвечаем на вопросы, еще 40 минут. 43 уже. 43 надо. А ничего страшного, я на минуту дольше. Ну, кстати, сколько дней ты был в бане, столько машин у этого. Забыл, как его. У Тамаева появилось. Ровно 560 машин. Найс. Nice. Да, к Ваде прилетишь на бухло стрим. Бля, ну я могу прилететь, мне просто нет, надо... Мы скоро к тебе же летим. А, да, просто мне надо этот... Я могу вообще куда угодно летать, мне просто этот... 30 числа мама приезжает с папой. Если что, тебе лететь 10:01 ко мне. Братан, ты понимаешь, что мне, типа, в самолетах и в этих, мне вообще похуй, сколько лететь и куда. Мне просто самое страшное, это, типа, именно взлет и падение. Ну, и это, и приземление. Брат, падение всем страшное. Ром, Морфи и Вадя встречаются, блядь, можно без очевидных вопросов, пожалуйста? В какой момент ты осознал... А, не в какой, блядь, проебал вообще. Похуй. Сегодня. А, блядь. Почему дыха нету? Ну, на сегодня я не собирал дыха. Будешь играть в Deadlock? Не знаю, надо попробовать. Блядь, а в какой момент ты осознал, что бан продлится очень долго? Бля, наверное, осознавал, когда опилки отклоняли мои, и вот тогда, наверное, осознал. Вот когда опилка приходила отклонение, я такой, оп, плюс полгода, нахуй. Растолстел, Рома. Слышишь? Я скинул расписание твое к себе, ТГ, чел пишет, ты еблан носатый, без обид, бро. Какой нахуй 4.30 Майнкрафт, ты ебудал? Ему другой чел отвечает, это че он решает, хуесос, бляски, я ебал твою мать, твой WhatsApp, баб, где эта хуйня? Пошел ты нахуй, без обид. Не, челы, которые говорят, что я растолстел, когда я последний раз стримил на Твиче, я весил 92 килограмма. Не, возможно, я растолстел, ну не, очевидно, я растолстел самого своего первого стрима. Ну тоже, блядь, ребята, жизнь всех потрепала. Только водоса нет, он под стероидами. Спасибо, брат. Нет, я... Бля, когда я начну ебашить что-то, это просто будет пизда. Ты просто, блядь, будешь как Тамаев, нахуй? Тебя ну, тайтинг. Смотри, Просто смотри, я сейчас толстый. Мне это не нравится. То есть, типа, в любом случае, я хочу, чтобы я был именно сухой такой. Знаешь, чтобы у меня руки были такие сухие, венозные. Как у Сереги Десаута, только не худой. У меня, кстати, понял? Этот член пиздец венозный. Это типа вообще норм? Я не знаю.
Так. А у тебя крючком член или ровный? Не, ну он типа чуток налево смотрит, типа, ну, ну он ровный. О, он просто направление держит налево. Дашин, блядь, не знает. Ну нет, да, очевидно, знает, скорее всего. Нет, не как у злого. Так. Есть в планах поменять прическу, есть в планах поменять прическу, есть в планах поменять прическу, есть в планах поменять прическу. Нет. Так, где деньги брал без стримов? Блядь, где брал, там нахуй больше нету. А я вам что, нахуй, все секреты расскажу? Чё, чистая правда. Не, ну я вначале нормально ебашил. Мне кажется, я за 562 дня бана отъебашил где-то 300 казиков, нахуй. Ну, чуть-чуть. Так, Ром, вернёшь свой старый низкий голос? Я не понимаю, о чем ты, такого не было. Кстати, Тати стримит, ты знал? Да, сука, вот никакого уважения подрубилось к параллель. Не имею в виду вообще. Кстати, она вроде вечером стримит. Бля, я хочу чуть-чуть выпить, я не знаю. Ой, блядь, мне... Ладно, я... ну я чуть-чуть дам. Ебать, сегодня братишкин будет рекламить ванвин, нахуй, 4 часа. Реально? Бля, вот этот мне виски друг подарил, короче, когда этот... Я не помню, что он подарил, и я, короче, сказал, что его открою на момент разбана. Опа! Что это за виски? Выглядит ужасно. Знаешь, что ужасно выглядит? Я не знаю, да. Просто пошутить. Бля, я с тобой даже про маму не могу шутить, я ее знаю, она классная. Папа твой. Ну? Ну. Тут мы вдвоем не знаем, так что не обидно вроде. Да, и как его открыть, нахуй? Давай, ты справишься. Что? Ты справишься, брат, я тебе верю. Не открывается, ну ладно, походу, без виски. Он не дает жизни, да. Сегодня этот... Бля, Папич, легенда в футболке, Ван Вин весь выпуск снялся. Ебать, я открыл пробку, нахуй, он у меня в вискарь вылился. Ладно, сейчас телом впитается, чуть-чуть опьянею. Пиздец, это видно было? Ладно, чуть-чуть. Вот он, столько реально на КСке не надо жестко набухаться сегодня. Бля, какие бенгеры, сука, у вписки выходят, это просто пизда. А так все, а с кем им интервью делать? Типа все, они уже как будто... В смысле? Будут делать с теми, с кем давно делали. Типа они уже максимум прям ебанули, тебе не кажется? Почему максимум, нет? Ну, Мелстрой, типа максимум это был, мне кажется, Зубарев, Мелстрой, вот этот. И они Папич. Просто через год еще раз возьмут у них же. Бля, я, кстати, охуел. Я, ну, мне залетают слова Мэла, которые он говорит в последнее время. Я аж как-то даже пугаюсь. Типа, он как будто начинает одумываться. Во-первых, он сейвит бабки, блядь. Он такой говорит, пацаны, нам надо засейвить бабки. Нам надо тут. Говорит, если там выиграю, говорит, у меня половина будет долгов. Я такой в ахуе сижу. Ему там писали, что надо Ваджелинка позвать. Он говорит, вы что, ебанулись? Типа, говорит, это трешак. Ой, ебать, сижу, он типа, этот ядрёный. Я такой смотрю, думаю, чё, блядь, типа, я вообще прям, ну... Фу, ебать. Блядь, это Мел говорит или нет, я чё-то не понимаю. Ну, там жестко, конечно, про Ваджелинка сказал. Он говорит, типа, он плюнет кому-то в этот, в стакан, говорит, девчонка выпьет, нахуй, заболеет, там всеми болячками, говорит, нахуй это надо, говорит. Сейчас, секунду. Ебать, он ядрёный, это пизда. Нет, ты понимаешь, что тебе сейчас сильно бухать не нужно? Я так чуть-чуть дал. Ну, если ты, ну, просто алкоголь нормально подбивает. Бля, это мы, подожди, это мы пьем прям под ночь? Ну, в 22. 22 это под ночь? Так и все, пьем, ну, да. Пьем, играем 2 каточки КС, 2 каточки Валика и спать. В смысле спать? Там не спать, там же дохуя времени еще. Ну, я не спать, ты спать. Включи... Фиксани донаты, там несколько осталось. Блядь, а как я по-твоему фиксану их, ну, сейчас? Теория фиксанул. Да. Звука нету. Стрим по Clash of Clans сделаем WW. Че еще клипы? А я как, я не знаю, как их включить, ребята. Рома, переезжать в Сербию будешь, квадратчик хуесосик? Не, пока никуда не переезжаем. Была Наташка, Савелла, ну что, у нее Турция в сердце, беда, нахуй. Проблема. Не, братан. Знаешь, куда я хочу переехать? Прям мечтаю. Ты знаешь, куда? В Прагу.
С разбанным димашевской, брат, ужас, нахуй, очень просто. Рада сегодня, мы сегодня пьем за тебя, братуха, всем счастья, здоровья тебе и всему чеку. Где я был за все я время. Чекал ТГ Макса, где он скинул меня, блять, не смешно, осуждаю, мразь. Сок май вагина. Алла хуйла красная, ты какого хуя так давно не подрубал? Все нахуй, я каждый день буду в 3 часа ждать, не подрубишь, подбородок не вырастет. Сирсана Балата видел, кто это нахуй? Рамчик, включи песню про релакса. Пусть чат вайба нет. Не, песня про релакса не будет, осуждаю ее. Ты умоляю, отец, дай немножко мне, пожалуйста, своего семени. Давай, 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 давай. Здорово, отец, как относишься к Денджер Лехе? Гов дедлак. Денджер Леха красава. Он сегодня у меня будет на стриме, поэтому он вдвойне красава. На какой онлайн рассчитываешь и сколько зрителей для тебя будет приемлемо? Блядь, честно, мне, скорее всего, после Ютуба, блядь, мне вообще поебать на онлайн. Ну, типа, это будет в любом случае лучше, чем у меня было, и я такой, типа, чуть-чуть, ну, подумал, мне вообще похуй. Ну, типа, будет, блядь, 10 тысяч, охуенно, будет, там, 4 тысячи, охуенно. Сколько тебе будет приемлемо для статы? У меня нет никакой рекламы на Твиче, так что мне похуй вообще, по сути. Бля, говорю, ребят, это такой ужас на Ютубе стримить, это просто пизда. Ну, бро, там на Ютубе надо просто уметь стримить, понимаешь? И плюс, сейчас же еще да, блокировка. Да, надо вот эти все махинации делать. Там постоянно, блядь, прилетают вот эти хуйни, которые выкидывают из реков. Да. Бля, я просто объясню, что такое аудитория на Ютубе, типа. Я вот недавно наткнулся на шорт, знаешь, там, типа, какой-то анекдот, и, типа, под него показывается там фон какой-то. И, типа, анекдот что-то, типа, там какие-то волонтеры решили пожертвовать 50 килограмм черной икры детскому дому. И насыпали в него. И насыпали в него этого, блять, проносного, короче. Ну, от которого срёшь, понял? И типа. И смысл анекдота, что там за эту ночь там мэр слег в больницу, там, блять, и какой-то еще депутат обосрался, там те обосрались. И я захожу в комменты, а там пишут. Люди пишут: так, туда их, да! Слава богу, у нас в мире есть еще добрые люди, туда этих продажных. Это такая самая приятная новость. Вот это, короче, вот это вся аудитория Ютуба, ну... Ну, не вся, в любом случае, далеко не вся. И в ТикТоке тоже такое есть. Но, да, комментарии там, типа, пиздец. Я именно, ну... Я тоже охуевал. Если там шорты посмотреть, там очень много странных челов, которые как будто головой вообще не думают. ТГ Юли. Какой Юли? Она просто плохое слово про тебя написала. Написала. Понятно. Осуждаю, мразь. Слышал, как Бамонти шлюху ебал ДС на 200 человек? Мне, пожалуйста, своего семени. Давай, 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 отец. Ром, я скучал, не пей. Бамонти на экране, долбоёб. Ты умоляю, отец, дай немножко... Спасибо за это огромное. Давай, 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 отец. Рома, ты как светофор был желтый и стал красный. Бля. Спасибо. Роман. Да, брат. Хуйлан. Панель управления, настройки, трансляции, там ниже включить клипы. Панель управления. Сейчас, блядь. А у тебя клипов нет? Вот и нет, братан. О, браток. Ниже включить клипы. Так они у меня включены, алло. Алло, они у меня включены. Чё пиздишь? Есть клипы у меня? Они только для сабов у тебя. А для сабов как мне включить? Сейчас, настройки, трансляция. Включить клипы. Ну, они у меня включены. А как вы для сабов выключить? Ну вот, делают клипы, челы. На-н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 а
Страшно нахуй. Ты... Я тебя пропустил. Ты не будешь БКшки брать, ну, смотря сколько предложат, ребята. Ром, Мизулин написать, что пост выкатил, что ты разбанен. Осуждаем, бля. Что, что за капа.лол? Я такое не буду открывать, нахуй. Почему у меня вообще ссылки в чате какие-то подозрительные?
Там норм. Не, я буду только от модеров открывать. Не-не-не, ребят, меня нахуй в первый день не надо банить. А Вадя будет на майне? Не, майн у меня супер рано, типа, я Вадю не зову. Ты сын, блядь, я вловил с гандон ебаный. Я только випку тебе думаю вернуть в сосиху. Мэсси, так я там еще, возможно, буду. Да ты, не, учитывая, как ты будешь пить, то ты, тебя вообще не будет, братан. Так, ладно. Вот так. Верни випку, сука, меня мутит. Мутит, он обзывается. Тебе сказать мой этот состав на контейнеры? Ты знаешь, с кем ты в команде? Кем? С Ростиком. Заебись. Я думал, сейчас будет, блядь. Ты как ты сказал, я же перепугался, блядь. Кто должен был быть, чтобы ты испугался? Ты за гаечку или за вачан? Блядь, ребята, вы просто не понимаете, что 2 часа стримить это нахуй нереально сложно. За вачане нахуй. Со своей легкой работой. Давай, Вадос, кого надо было, чтобы этот? Чтобы ты испугался? Да не, братан, я ничего не боюсь, блядь. Лев нахуй, я. Наташу? Вадим, как ты относишься к тому, что Наташа твоя меня обзывала, когда я был в бане? Гадости про меня говорила. Какие? Не помню. Ну, вот видишь, ты врун. Не, ну гадости говорила, он еще дис этот Рома долбоеб записал на меня. Я, кстати, не забыл про это. Че? Стоп, а как там было? Я даже не помню. Моего там чела, похожего на меня, Макс позвал на стрим. И он там что-то про Токсиса сказал. Потом Наташа почему-то про меня начала. Ты же что-то там жирный уебок там. О. Я твою маму туда-сюда. Охуеть, реально? Там что-то такое, да. Да ну нахуй. На медиапокере нахуй. Ждите. Завтра буду. Кстати, ладно, что? Скоро медиапокер. Что сейчас хайп, Вадос? Кто самый хайп вообще? Самый хайп? Да. Самый хайп... Simple. Угу. Из стримеров, да? Ладно, после Simple кто? Морфи, Сайфер, Старый Бог. Бля, отец, дай немножко. Спасибо, Наташ. Пожалуйста, своего семени. Давай, отец. С возвращением, родненький. Не, сейчас много у кого. Привет. Много в ТикТоке людей позалетало. Типа Старого, Тохи, Дрейка. У них у всех пиздатые онлайны. Мазелов также. Ну, Мазелов как и был, в принципе. Мазелов давно, да. Старый Тоха это кто? Сосовод. Тоха, 2x2. Сосовод, Старый Бог. Это я знаю, это я их видел. Хелен, а что не разбаниваю? Не знаю. Бля, я что-то хотел рассказать. А, я могу рассказать, в принципе, как меня разбанили. Но так, типа, чисто намеками, потому что полностью я не скажу, как меня разбанили. Ну, короче, вот, скорее всего, из-за меня разбанили и Мапки, и Делайта, и еще кого-то там. Взятка? Хуятка, нахуй. Дайте, мразь. А если бы взятка была, я бы, блядь... Я бы максимум один день в бане сидел. Я бы сейчас ебашил бы казик просто на Твиче, нахуй. И просто взятки бы давал. Бля, по-любому можно взятку кому-то найти, дать. Просто да, это настолько, блядь, мне кажется, да, но это, что типа, выебут нахуй. Ты так выйти надо жестко. Да. Да еще, да по-любому это все скроется. 100%. Да не, почему? Отец, дай немножко мне, пожалуйста, своего семени. Давай. Ну хотя да, почему скроется? С возвращением, Ромашка. Ты бы знал, как тяжело было смотреть тебя на ютубе, выдайте сапку ПЖПЖ. Не, ребят, я честно, я старался вернуться, типа, как только мог, с самого первого дня и до последнего. Там, блядь, столько, я вам клянусь, я просто... Перепробовал все варики. Просто, я не знаю, как будто все перепробовал. Я, блядь, сначала мы... Вот самое первое, это я написал, да, опилку. Забавно, как мы писали челам, да? Которых, ну, которые ты мне просил. Даже, блядь, никто нахуй не помог. Да, ну сейчас я дойду до этого. Я, короче, начну с самого начала. В общем, с самого начала что было? Я такой, типа, просыпаюсь, хуяк, у меня бан. Хуяк, типа, по причине, которые там, блядь, папича вроде банили. Я пишу опилку что-то, типа, разбаньте, бедни, типа, я там ничего не делаю, я там не живу, и там вся хуйня меня отклоняет
Мне отклоняют, мне первую опилку, знаешь, когда отклонили? Короче, знаешь, есть же новости, типа, какие-то, где-то то ли слух был, то ли что-то такое, что на опилку, на ответ на опилку полгода, типа, максимум дается, то есть тебе могут ответить через полгода. Мне ответили ровно, блядь, в последний день, когда истекал срок. Так мне также ответили за 10 минут, когда, этот, было, ну, было 5 месяцев, блядь, 30 нахуй дней, и вот мне ответили в последние 10 минут. Просто я думаю, что это автоматический отказ просто, и все. Ну, Корги красава помог. Ну да, мне тоже бот ответил, короче, и мне вот он ответил, и я уже могу next опилку сразу через день ебашить. Мне про Корги сейчас тоже дойдем. Потом я что-то через каких-то юристов во Львове, мы написали письмо, типа, охуенное, я тоже его отправил. Да, именно охуенное, по-любому. Да не, ну нормально, ну типа там, ну все по фактам, типа. Отправил... Час стрима, полет нормальный. Ура, ребята, первый час на стриме. Отправил письмо, это тоже нихуя не пришло, никакого ответа, ноль реакции. Отправил потом на Legal письмо, они что-то ответили, типа, пошел нахуй, я пошел нахуй. Потом я писал вторую опилку. Тоже завязал всякие эти юридические штуки, типа. И тоже, отклонили вторую опилку. Бля, я пытаюсь вспомнить, сколько я опилок писал, но мне кажется... Именно через портал обжалования я написал опилок 6, наверное, или 7, ну, учитывая до канала. Не, ну не 6, 7, ладно. Ну, 5, наверное. Двумя каналами. Это только через этот. Я же, я, наверное, писем, блядь, 500 отправил там на разные почты. Писали через LinkedIn. Все, пришла. Писали через LinkedIn. Работникам тоже никто не ответил, нахуй. На работу не приняли. Я пытаюсь вспомнить, я волнуюсь, нахуй, Давай, вспоминай, малыш. Я просто последовательность не могу вспомнить, в общем. Какой год? 24-й. А, Олю же забанили. Олю же на твой день рождения, помнишь, забанили? Да. Знаешь, сколько я на твоем день рождения весил? Весил? Сколько? 96. 96. 96 килограмм весил. Сейчас 83-84. Это вот... Это твой позапрошлый день рождения было. Ебать ты шлюха. 83-84, ты еще на килограмм похудела за час стрима? Ну, возможно, мне кажется. Бля, я сегодня так срал, я сегодня кофе впервые в жизни, типа, выпил. Ну, за год где-то. И покурил сигарету, я так срал нахуй, это просто пизда. Дальше, ладно, потом, ладно, похуй, можно перейти к ситуации с Корги. Ну, типа, Корги, вы вот, вы же знали Корги до этого всего, до истории с Вовой? То есть Корги все знали, как чела, который там везде, где-то в 89-м скваде, там, с Братишкиным, Гвином, с... этим, блядь, Симака, Ламаджик, вот эти все, блядь, кенты там, типа, они все там в тусовке, Корги ставит где-то рекламу, он был у меня на этом, на Никоглае. Пишу Марку, потому что в тот момент Марка забанили и что-то быстро разбанили, пишу Марку, кто тебе, типа, опилку писал, скажи мне. Он мне кидает Корги, я такой, о, так я его знаю, ебать. Заебись. Пишу ему Корги там, типа, здорово, вся хуйня, он тоже меня знает в этот момент. И мы начинаем что-то думать, как меня можно разбанить. Да, Марку Гуакамоле, он мне дал контакт Корги тогда, а я его, типа, уже знал. И у меня даже диалоги с ним были. Чё за смайлик дебильный такой? Пишу ему, мы начинаем что-то там думать, и такие, а давай отправим физическое письмо в офис Твича. Да ну. Я такой, давай отправим. Я ему там дал денег на какого-то юриста, дал денег, чтобы отправить, дал денег сверху накинул за благодарность. Мы отправили, у меня есть какая-то фотка, где это письмо... Было там где-то в Америке на почте, там американская тетка его там что-то берет в руки, в общем. Дальше. Ну. Мы такие думаем. Бля, можно же через РКН снять в теории? Можно же как-то сделать, чтобы... Ой, что, что за жопа? Это нормально, это сиськи, не переживай, это фу. Нормально. Осуждаю, блядь. Твич это не видит, это 7TV, не показывай только на экране. А, понял. Красава, блядь, не показано на экране, наебашили еще миллион жоп мне.
Ты шучу, успокойся. Дальше что? Мы такие думаем. А, можно как-то через РКН разбаниться, и чтобы РКН написали письмо в Twitch, и по сути меня разбанят, потому что я там, типа, там же можно разбаниться через них, плюс кто-то там делал, это Женек параллельно делал, что такое, а нет, тогда Женька еще не разбанили. Я не знаю, почему к нам это пришло, но, в общем, вот такая идея появилась в головах. И потом в какой-то момент Корги говорит, а у меня есть знакомый, у меня есть друг. Там. Ну, типа... Какие-то, бля, буквы на... Ну, типа, какие-то буквы, бля, знаешь, вот эти уёбистые, там, этот, ну... Ну, там, да, типа. Ну, что вот это, знаешь, типа, FBI, нахуй, вот это, ФСБ, ну, что-то... Не, не ФСБ, а именно что-то связанное с интернетом. Ну, не РКН. Короче, я такой, ну, заебись, охуенно. В Лиге Безопасного Интернета? Не-не-не-не-не, это... Бля, то ли на F начинается. Ну, похуй, не суть важна, а FBI, нахуй. ФСБ? Нет, не ФСБ, там без автоматов. Так, короче, в общем, хуй с ним. Говорит, я сейчас ему напишу. Говорит, я написал ему, теперь у меня есть друзья в РКН. Поеду знакомиться. Я такой, заебись. Ехаем. Даю ему денег. Ну, то есть он там насчитал, там план был, в общем, такой, что типа там они идут знакомиться куда-то, там в рестик, там общается по мне. Я такой, заебись, братан, делаем. Даю ему денег, накидываю еще больше. Я же вообще нахуй, я на такой плюс морали, я еще больше накидываю, че, бля, я супер благодарен. Да, ну? Ну да, типа, мне дают там чек 50 тысяч, я такой, держи 150, братан, мне не жалко. Все же все. Для этого, нахуй. Купи не пиво, купи этот виски, там им, типа, вся хуйня. Короче, ну, типа, как приехал в Москву, говорит, все. Мы типа побухали, все охуенно. Тебя завтра разбанят. Ну ладно, не завтра, на днях. И, в общем, эта хуйня длилась где-то месяца два. Мамонт, я такой ебаный мамонт. Вот кто знал, вот вы, если ваша мама придет, скажет, что она, дай мне денег, типа, я знакома с этим, тебе сейчас сделаем там этот, пирамидку намутим, еще что-то больше денег, вы бы же ей поверили? Ну, либо мама сказала, у меня есть подруга, которая это там что-то делает, и вы бы такие, давай, Корги твоя мама? Нет, ну просто с Корги, ну, у него репутация охуенная была. Что он там с 89-м складом, там типа реклама туда, хуйня, там вся залупа. Ну, а если есть у человека да, там... Да, Корги доверяли, да, имя есть. Ну прям пиздец. Ой. Да нет, чат, вы должны понимать, что вы в такие моменты верите во все, что вам пишут, понимаете? Спасибо, Баха. Появляется... Я загорел. У вас появляется сразу надежда. В общем, в чем основная суть была? Каждый, ну почти не каждый день, наверное, пару раз в неделю я получал от Корги сообщение, что... Все, мы там, я там, блядь, в офисе Твича, ой, фу, блядь, РКН сижу, мы там за тебя, ебать, писем пишем, каждый день, блядь, какие-то письма там за меня хуярят, там, в Твич, типа, по этим словам, Твич там что-то не отвечает, там, мы все делаем со своей стороны, в общем, дай денег. Мне надо остаться там еще на неделю, еще на две недели, я тут, и там еще такой посыл, я не уеду отсюда, пока не решу твой вопрос. Братан, так он до сих пор там. А нет, сейчас приехал недавно, в общем, блядь. Но он не говорил, дай денег, он говорил, там, я забыл, там, что-то флешку с криптой свою, одолжи мне. Там, то есть, постоянно это было, одолжи, а я чё, мразь ебаный, ну, типа, человек за меня решает, там, он там поехал знакомиться с знакомыми людьми, которые могут порешать мой... Ну? Даш, ну, бутылку возьми. Может, Даш, две. Даш, две неси. Две неси. Я такой думаю, бля, братан, за меня там жопу рвёт с этими РКНами, а там еще рассказывают, что его из Казика где-то уволили. И я, конечно, держи, бля, братан, я даю тебе не в долг, нахуй. Держи просто так, сними там отель, красавчик. Там, сними там девушку, там, все, что надо, снимай там, блядь. О, блядь, какую девушку, ты же долбоёб. Ну, на камеру. А, ну на камеру. И, в общем, это продолжается, что два месяца меня вот эти кормят, типа. А я же так, типа, настолько жестко верю, потому что я даже не прошу ничего, типа, а покажи там, типа, что вы отправляете, что вы там это. То есть я тут в этом плане, я супер еблан, потому что я никогда не просил ничего этого. И, в общем... Это не еблан, ты просто наивный, и все. Это ж разное. Ну, да, но в любом случае, в любой ситуации надо... Наверное, надо как-то, когда я даю деньги, то надо этот. В общем, ладно, в общем, я не знаю, ну, 1005, может, проебал. Ты все может, короче. Заработаешь, братан. И в один момент вот это выходит с Корги, что-то мне пишет Ломака, Ломажик, этот, говорят, заходи в 89 склад Дискорд. Я захожу, они типа, а ты с Корги там что-то делаешь, да? Там и Корги и на интервью всякий ходил, Гвину там вся хуйня.
спрашивает, ты скорги что-то делаешь, ты скорги что-то мутишь? Я такой, ну да, мы там типа этот, мутим дела, ебать, за меня знаешь, что там нахуй этот? Письма отправляет, за меня уже нахуй тонны писем понаотправляли. Сейчас Твич ответит, бля, проверит и меня, сука, разбанят, бля. Прям завтра. А мне говорят, а тут этот, корги наебал братишкина на бабке. Я такой, в смысле? Вот в прямом смысле, ну вы знаете эту ситуацию, где этот. Я такой, Ломаджик, что за хуйня, меня, может, тоже наебали? А Ломаджик мне говорит, типа, да походу тебя наебали, Гвин тоже там накидывает, типа. Потом там вообще такая движуха была, там кое-кто еще залетает, там какая-то бывшая корги, позабывшая корги, будущая корги залетает, там что-то какие-то фотки, блядь, что он там этот алкаш, не алкаш, там все пропил, там, блядь, видосы, пенисы нахуй летят какие-то. Я в ахуе с этого все, я понимаю. И я, короче, в одном моменте... Не открываем чат пока. Я, короче, в одном моменте начинаю понимать. Так. Бля, походу меня-то наебали нахуй. Да ну. Типа. Ты умоляю, отец, дай немножко. Только сейчас это понял. Своего семени. Давай, 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 отец. Карги Лего. Спасибо, Оль, спасибо за донат, если это Оля. Но это не старый бог, ты не туда донатишь. Спасибо огромное. И, короче, а я же и там еще день рождения было, бля, братан, нахуй, я тебе наушники подарил там, ну, подарю там на день рождения, там, то вся хуйня, и там просто потом еще в один момент залетает инфакт, ну, не буду говорить кто, зашел, типа, какая-то приближенная, одна или приближенный к этому, и сказал, что там корги какой-то девушке своей там кроссы подарил, то ли за 200, то ли за 150 тысяч, а до этого он мне, типа, чисто на жизнь это одалживал, ну, я и то, бля, я понимаю, что, походу, меня наебали. Да нет. Ну я в любом случае, типа, этот, я типа no такой... No way, bro, no way. Я в любом случае еще такое думаю, да не, всякое бывает, возможно, со мной все хорошо. Я пишу ему такой, говорю, слушай, Серега, скинь мне, пожалуйста, это письмо, которое там тебе РКН лично, там, что-то он говорил, что ему лично РКН скидывали письмо по мне, там, что-то, которое отправляли на Twitch. Я говорю, скинь мне, пожалуйста. Он не скидывает? Сейчас я нахер. Так. На, нахуй. Ты мне пиздился. Хранили. Короче, сам прикол в том, что он не скидывает письмо, а там дефолтное письмо, которое ты пишешь на сайте РКН, подаешь заявку, и тебе присылает дефолтное письмо, что тебя выкинули из этого. Бля, я в этот момент просто охуел. Это письмо, которое бесплатно делается, и просто любой долбоеб заходит, пишет туда, типа, разбаньте, и он мне просто это письмо кидает. Бля, ладно, звучит грустно, сейчас. Бля, братан, я не знаю, это, знаешь, это такие два месяца надежд, мы там с друзьями спорили, там, сейчас меня разбанят, да, SFN, FNS, MMM, блядь, вот это все, да, вот эти. Короче, вот это дефолтное, типа, ты пишешь, и тебя просто выкидывают сами, типа, автоматически ровно через месяц. Бля, я не знаю, у меня в этот момент просто мир перед глазами такой перевернулся. Да, ЖМЖ, вот эта вся хуйня. Ну и все. Я понимаю, что скорее всего, ну, как я думаю, я на 100% не уверен, но как мне кажется, что с самого начала, ну, как будто это реально так, сколько денег цветочно-букетный скорги потратил? Я не знаю, как будто 1005. Что ты считаешь? Как будто 5000, может, побольше. Не, наверное, побольше, может до 7, я не помню, честно. Типа там... Короче, ну, типа, не так жалко было денег, как жалко было вот этого, блядь, каждый день какой-то надежды, да? Потому что я каждый день верил, типа, бля, я думал, реально, сейчас разбанят, нахуй. Да-да-да. Да, в долларах, конечно. Сейчас разбанят, и такой, думаю, блядь, сейчас точно разбанят. И, короче, в принципе, так. Сел сидит, представь, все это время думает, что это в рублях, он, ну, типа, ты что, пятёру держишь, скин? Бедолага ты, бля, ебаный. Ну и что? Ну это было, вот это была арка скорги, она закончилась. Но он мне, справедливости ради, он мне недавно написал это, сказал. Тоже, короче, что-то написал, но, в общем, он до конца не признал, что у него никого нету. Но я прям в этом уверен, что у него никаких знакомых нет, потому что там по рассказам он каждый день ходил, там какие-то задания для них делал, там сидел с ними за одним компьютером, ебашили за меня там нахуй вот эти письма, просто каждую секунду там какие-то доки, блядь, там отправляли. Рома, включи. Рома, проблема, я забыл ключи в дверь. Конечно. Конечно, стой под дверью, сука, теперь ебать, дура, блядь. Кого ебёт, нахуй? Это чья проблема, нахуй? Двери, блядь, сука, или сковородки, блядь, ты...
Посудомойка. В общем, справедливости ради, он мне написал недавно. Сказал, что типа... Бля, ну там, короче, какой-то контекст, я не буду читать полностью случайно, но там какой-то контекст, типа... Я реально старался, типа, я пытался тебя разбанить. Я, короче, я верю в то, что он пытался меня разбанить какими-то дефолтными способами. Ну, то есть, чисто от тебя пытался разбанить, но без никаких знакомств. Типа, я прям уверен, что у него никаких знакомств не было, и вот это единственное, которое все наебало было. Он сказал, что он деньги вернет. Там вся хуйня, типа, я сказал, окей, скинул крипту и все. Он тебе скинул хоть часть или нет? Нет, он сказал там такого. Да я, честно, даже, ну, типа, не скинет. Мне вообще... Да не, ну понятно, да. Да не, я... Мне вообще... Если бы он скинул уже хотя бы какую-то часть, я бы удивился, пиздец, типа. Может, реально вернет. Что это такое? Спасибо. Бля, ебать ты чмо, спасибо. Так, ну, еще раз банили? Нет, а это было, чтобы вы понимали, это где-то было полгода назад. Вот, типа, я вот последний тогда сообщение написал, типа, а что, а как же письма твоих знакомых от РКН? И, типа, смайлик ёбнул, он там не отвечал, там вот написал буквально недавно. Так, дальше пошел в дело Cypher. А, нет, еще этот. Я все параллельно делал. Я Вадосу писал, напиши тому. Вадос писал тому стримеру, блядь. Да, хоть один бы толк был, хоть раз. Да, ну в любом случае, там, типа, да, помогал. Чтобы вы поняли, мы всех стримеров, даже зарубежных, заебывали, толку ноль, нахуй. Вот именно те, кто пытались помочь, просто тут проблема не в том, что кто пытался, то пытались многие помочь. Мне Макс там писал опилку за меня какую-то от себя, от своего имени. Вадос там многие контакты. Ну просто там ситуация такая, что я не знаю вообще, как меня нахуй разбанили. Типа без каких-то, грубо говоря, подвязок, типа и т.д. Типа по итогу разбанилось. Был и варик за 1050, был варик за 1020. Я был готов это все давать, но они проебывались. Но я не давал, типа, это чисто после разбана. Типа, вот самый дорогой варик, который у меня был пока что, ну, типа, который там слетел, за 1050. Нет, не рублей. Ну, типа, я был готов, типа, это заплатить. Ну, все это этот, короче, проебывалось. И из последних вариантов... А, Марк Гуакамоле мне... Ну, там у Марка же вот эти слухи ходили, что у него модер какой-то, тыры-пыры. Марк меня связал с каким-то знакомым, который этот... который знакомый Марка, который знакомый того модера какого-то. Он, мы с ним поговорили, с этим челом. Он предложил Варик именно что-то там через адвоката работать. Я в этом просто смысла немного не видел, потому что... Короче, как такого смысла как будто не было в этом. В любом случае, тоже Марку спасибо. Антика, блядь, сколько мне Антика помогала, это пиздец. Я, наверное, только с Антикой там вариантов 500 переработали. Возможно, по одному из них даже меня разбанили. Гвин просто ебанулся, как по-моему. Но я к этому еще дойду. Сайфер, он, короче, ездил в офис этот. Сначала у нас Маркач поехал. Ух ты, блядь. Серега, спасибо огромное. Ебать, спасибо огромное за рейд. Здорово, Серега, спасибо огромное за рейд. Спасибо. Ждем тебя, Серега, через минут 10. Сайфер, короче, мы сначала Маркача отправили этот в офис Твича в, бля, вроде в Берлине. Он пошел, короче, его нахуй там послали, типа сказали, что таким не занимается, он ушел. И только нас в конфе потом заебал еще, блядь, 3 месяца, блядь, чисто свои кружочки записывал. Не знаю, что мы его нахуй даже не кикнули. Просто пришел там чисто... Чисто пришел, его нахуй послали, и он там 3 месяца нам кружочки свои ебучие слал, нахуй, где он бухает где-то там, блядь, в Европе. В любом случае, спасибо Маркачу. А потом Сайфер, он же в Америке, ебать. Он каждый день там на автобусе, троллейбусе, самокате ездил. Ну ладно, не каждый день, он 3 раза, в общем, вроде съездил в офис Твича в Сан-Франциско. И, короче, заебал там челов. Ну там реально профит был. Там постоянно брали какую-то информацию, там постоянно брали какие-то эти, мы постоянно на связи висели. Вот с этого, наверное, профит был. Там сказали, что ускорят дела, тыры-пыры. Он от меня, от Оли ездил и от Баки. Сайфер вообще легенда, красава. Не знаю, возможно это... Я просто окончательно... Я не знаю, что именно сработало. Но это либо сработал варик, который Сайфер делал, либо то, что мы с Антикой делали через этот, через юриста. Это в самом конце. И был еще один варик. Короче, я не скажу, кто это сделал. Но это с помощью Гвина. Это настолько просто было и гениально. Но я вам, короче, не расскажу.
потому что я не хочу вообще, чтобы это куда-то выходило. Я просто кое-кому написал. Кое-кто ответил мне. Я охуел. И просто через два дня меня разбанили. Да, мне так же. Короче, ребята, это настолько жесткий чел, типа, что вы просто, ну, типа, я не буду вам говорить, но это, чтобы вы понимали, вы не угадаете, типа, никогда, блядь. Не, может, вы угадаете, но я в любом случае не скажу, что угадали, типа. Вот я просто, ну, просто написал ему, он через два дня ответил, а чего я пиздец как охуел. А потом меня просто разбанили через два дня. А, Трамп, нахуй. Ебать, разгадали, блядь. А я говорил, разгадают. Не, все, я не буду говорить, да, Токсис, все, пусть это будет Токсис. Блядь. Ну и мне кажется, что если это тварик реально, то значит в тот момент, когда, ну, мне человек ответил, сказал, что там передаст куда надо, что в этот момент вот эти все опилки рассмотрелись как раз с мапки этот. С Делайтом вот в один момент. Мать Рома желает, ну, блядь, возможно, чуть-чуть. А, блядь, какой Ленин. Все, в общем. В этом вся, в общем, история такая разбана. Пробовали супер много вариантов, там про них смысла нету говорить, потому что это обычно были просто письма в разном контексте, в разном формате, с миллионами документов, паспортами, ТРПР. Я в любом случае пиздец как благодарен всем, кто помогал мне, всем, кто поддерживал, всем, кто, блядь, сидел даже на Ютубе у меня. Там надо будет им всем випки потом повыдавать, кстати. А Оля, ну... Пробуем. Я Оле все передал, этот, пусть пробует. Я этот, на связи всегда с Олей, мы что-то этот... Я все варианты рабочие передал. Да, я Оле все дал, типа. Короче, вот как-то так. Ну, в общем... А, короче, ладно, самый охуенный момент был этот... Он был относительно недавно, может, месяц назад, когда этот Сайфер приходит в этот в офис Твича, там же модеры сидят вроде. И Сайфер спрашивает, я говорю, а спроси, пожалуйста, у него... Спроси у него. Вот, типа, я украинец, который живу в Турции, меня забанили по запросу РФ. Типа, такое может быть? И он, короче, это спрашивает, а ему модер отвечает, не, такая-то ошибка, такого быть не может. Мы проверим. Это, ну, на этот момент это, типа, уже 530-й бан, типа. Стоп, ты украинец? Да. Да ну нахуй. Бля, я клянусь, я просто, я тройную сальтуху. А я тогда грузин. Ты знаешь, кто ты, бля? О, спасибо. Бля, братан, ты видел, кого я позвал? Я позвал людей просто, они меня рейды хуярят. Коря, спасибо огромное. Да, ребята, кто этот на контейнер будет, можете заходить в Дискорд. Так, я надеюсь, у меня ничего не наебнется вообще во время контейнеров. Сейчас контейнеры будут, блядь. А, релакс, пости этот анонс контейнеров. Бля, я сегодня еще этот, я на сегодня на превьюшке делал этот. Придумывал. Превьюшки смешные вроде. Так что в телеге все будет. Ебать, ну жесть, конечно. Когда Кази, когда... Сентябля, как сейчас уебу? Не сегодня. Я не знаю, что по Казику, типа, этот. Ну, на Твиче его точно не будет, на Ютубе тоже. Я не знаю, буду ли я его стримить, так, главное, надо покурить, а то голова болит. Ну, в ближайшее время точно нет, наверное. Ошибка. Ку, приветики. Здорово, Кори. Привет! Как твои дела? Мои неплохо, а как твои, Вадя? Мои плохо. Почему? Ну вот я не успел придумать, ты слишком быстро спросила. А ему каждый день теперь 15 надо просыпаться. Да нет, нормально у меня все, живой, блядь, и дай бог нахуй. Ну это самое главное. Водички попей и нормально, сейчас запустишь организм. Нормально. Хорошо. Ты такой, у тебя голос такой милый, когда ты просыпаешься только. Нет, я очень давно проснулся. Ну, не знаю, тебе такой голос, как будто ты вот тебя просто, знаешь, тебе пощечину дали, ты встал, сразу за ком сел. Откуда знаешь? О, ничего себе. Реально поебал. Чипс заходил. Чипс? Ну, как кто тебе еще поебал? А, блядь. Майк?
Корь. Да. Чем ты занимаешься вообще по жизни? Алло. Я живу эту жизнь, Вадя. Бля, легенда, блин. О, Гвин, привет. Да, здорово. Ух, ебать, кто это зашел? Точно дома позвали. Че? Я еще. Мужики, а что это за туса сверху в Дискорде? А тебя не позвали, там только крутых звали.